По традиции, целых 6 дней Масленица радует нас блинами и солнышком, которое они символизируют. Эти дни – последние перед Великим постом, когда можно есть продукты животного происхождения. И каждый несет свою историю и значение. А впереди традиционные народные гуляния. Воскресенье – самый важный день, когда мы по давно сложившемуся обычаю провожаем зиму и встречаем весну. В этот день православные верующие отмечают прощенное воскресенье и просят прощения друг у друга. А в ответ слышат «Бог простит, и я прощаю». Праздничный воскресный день обычно сопровождают широкие народные забавы. Парк-усадьба Кривякина в городском округе Воскресенск 26 февраля превратится в главную городскую площадку по празднованию широкой Масленицы. Уже подготовлена обширная программа развлечений для любого возраста и на любой вкус. Главное концертное действие будет на главной площади на нашей, где будет выступать досуговый центр «Родник», наш любимый ДК «Химик», олимпийцы и так далее. На шахматной площадке будет детская игровая площадка от «Цементника». На Липовой аллее будет детская анимационная программа от ДК «Юбилейный». Кроме того, жителей и гостей округа ожидают показательные выступления и соревнования по спортивной рубке шашкой от казаков Федерации Казарлы. Конкурсы, викторины, мастер-классы и интерактивные представления. А еще любители путешествий смогут познакомиться с программой обзорных и тематических экскурсий по культурному центру и по округу. Сделать вы это можете в павильоне мастер-классов, который находится на Фонтанной площади парка усадьбы Кривякина. Мы расскажем об экскурсиях как обзорных, так и тематических, которые проходят на территории усадебного парка, которые вы сможете посетить на территории города Воскресенска, а также, что интересного, можно будет посетить в рамках путешествий по городскому округу. Провожать зиму мы привыкли широко и весело. Все локации парка усадьба Кривякина в воскресенье будут задействованы для большого народного гуляния. Приглашаем вас посетить нашу ярмарку, которая будет располагаться на центральной аллее, поддержать мастеров нашего города, полюбоваться или приобрести ароматное мыло ручной работы, гончарные изделия и авторские игрушки, полакомиться блинами и пряниками. В пойменной части парка в течение всего дня гости смогут покататься на собачьих упряжках и снегоходах. Апогеем масленичных гуляний станут фаер-шоу и сожжение чучела зимы в 17 часов. Обычно этого все гости ждут с особым трепетом, ведь каждому уже так хочется встретить весну. Приходите на праздник широкой масленицы в парк Кривякина, точно не пожалеете. Юлия Тиунова, Евгений Стародубов, новости Искровект.